Bugün şu bugün yüzden köp odam şu turnir ustuda işledi. Bugün akranlala Svet, Octagon, operatorla hama rahmadıyma. Lekin hozir kunda mana komanda Abdullo, Metamorfoza, Ali обязательно kelim yaqa. Najim aka, Nodir aka juda ko'p. Он сейчас пошел сам! Мощный удар! Eng kuchli, eng tezkor, eng tajribali. Bugun kim bo'lishini bilasanmi? Betwinner bilan birga birinchilardan bo'lib garov tikishga ulgur. Betwinner kompaniyasiga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman, chunki bu kompaniyasiz bugungi turnir bo'lmasdi. Shu bilan bir qatorda do'stlar, Betwinner ishonchli kompaniya. Bemalol pul tikib Özizi ютуглар из чхор волчиз мумки. Друзья, как видите, на турнире мощные и красивые бои. И еще раз напоминаем, что теперь можете сделать ставку на бойцов в лайв режиме букмекерской компании Betwinner. Дослар, демак, чёзу бетермаемыз, кызыл бурчакта. Махмудов, Хусейна Таклиф холамыз. В красный угол октагона приглашается боец, представляющий Узбекистан. Встречайте! Assalomu alaykum, men Mahmudov Husayn, O'zbekistondan, Samarqand shahridan, yoshligimdan sport maydonida shug'ullanib kelaman. Rossiyaga ishlash uchun kelganman. Sherlar jangini ko'rib keldim. Birinchi turnirda jang qilib yutdim. Keyingi boshqa yo'llanma oldim. Saperligimga omad tilayman, yaxshi bo'y ko'rsatishga harakat qilaman. Двигаемся дальше, дорогие друзья. Львиная битва набирает обороты. Хусейн Махмудов, 25 лет, 80 килограмм вес, 179 сантиметров росту. Он из Узбекистана, город Самарканд. Один бой, одна победа. Sherali jangida qatnashish uchun Sankt-Peterburg shahriga keldim. Anchadan beri Moskva shahrida ishlab bormoqdaman. Ham ish bilan birga trenovka ham qilib kelaman. O'zi yoshligimdan sport turiga qiziqishim bor. Kickboxing, kurash sportlari bo'yicha O'zbekistonda ham shug'ullanganman. Trenerim Farhod Xolmatov. Ularga katta rahmat aytib qolaman. Ancha o'z yo'limni topishimda menga yordam bergan. Hozirda Moskva shahrida trenovka qilib bormoqdaman. Sherlar jangining 4-chi отборочный turnirida g'olib bo'ldim va Gran-priga yo'llanma oldim. Xudo xolasa yaqinda bo'y bunga ham tayyorlanib bormoqdamiz. Yaxshi bo'y ko'rsatishga harakat qilamiz. Hammaga omad.
Ну вот соперник Махмудова Хусена, Азамат Халматов, 26 лет, 80 килограмм также вес, 180 сантиметров рост. Также представляет он Республику Узбекистан, город Наманган. Ну и также у него один бой и одна победа. Ну что, ждет нас следующий бой. Хусен Махмудов против Азамата Халматова. У каждого из них уже есть по одной победе, и каждый из них хочет, чтобы у него сейчас побед стало две. Первым начинает у нас Хусен. Еще один внутренний лоу он саживает. Азамат пока что присматривается, но вот у нас сейчас сразу захват. Борьба. Зажимает своего оппонента в сетку клетки. Коленями отвечает ему Махмудов. На хороший бросок удается сейчас Халматову. Сразу в маунт, причем он заскакивает на оппонента. Ну, здорово, здорово. Сейчас так мостом Хусен пытался уйти. Что даже был вынужден Азамат перейти на удержание боковое, чтобы не потерять позицию. Пытается руку сейчас вырвать на болевой Азамат Халматов. Хороший у него шанс, но отчаянно сопротивляется Махмудов. И заканчивается время на борьбу в партере. Ну что ж, такой интересный был момент. Близок был сейчас к победе Азамат Халматов. Но очень здорово защищался Хусен. Бэкфист пытался пробить. Еще один подхват. Перевод в партер. Снова сбоку заходит Азамат. Снова садится в маунт. Будет просто разбивать сейчас своего оппонента. Пытается его сбросить. Мощные удары обрушивает на своего оппонента Азамат. И снова заканчивается время на работу в партере. Опять пытался сейчас нанести лоу-кик, и чуть не подхватил Азамат своего оппонента. Да, был открытой ладонью тычок в лицо. Это запрещено, поскольку можно пальцами в глаза попасть. О чем сейчас Олег Кучеренко сигнализирует бойцу. Попытка хайкик, промахивается Азамат. Совершил он ошибку, и вот сейчас вот
Хусен забирает его шею в гильотину. Пытается провести удушающий, но сигнализирует Азамат Холматов, что все в порядке с ним. Там нет контроля корпуса, нет растяжки, поэтому, в принципе, а вот сейчас может быть опасно. Но опять не хватило времени сейчас Хусену на проведение приема. А первый раунд тем временем завершен. Ну что ж, настолько динамичный был бой, что мы даже не уследили, как он как первый раунд подкался к своему завершению, дорогие друзья. Забегает секундант, начинает колдовать над своими подопечными. И перерыв завершен. Секундантам нужно привести покрытие в порядок. И рефери дает старт второму раунду. Ну что ж, посмотрим, что сейчас будет. Начинает Азамат чуть-чуть поджимать своего оппонента, хочет лишить его пространства для маневра, загнать его в угол, но это понял прекрасно Махмудов. Сам пошел вперед, пока все без ударов. Mind Games у нас такой сейчас был, дорогие друзья. Но вот клинч и снова, вот Азамат Холматов явно вот он сильнее вот этой борьбе. Валит своего оппонента на канвас, начинает работать сверху, сейчас вот он руку отдает. Пытался сейчас Хусен вырвать руку на болевой, но уже вот упущена возможность, локоть не зафиксирован. Отдает он спину. И обрушивается на него Азамат с атакой сразу же. Сам в ответ сейчас попытается армбар провести, но нет. Что-то у нас вот такие обоюдные клинчи, обоюдные капканы. Не увенчались они успехом. Идет снова вперед Холматов, попадая сейчас на несколько ударов коленями, но пытается опять в борьбу затащить своего оппонента. Ему это практически удается. Не устоял Хусен. Был переведен в партер. Призывают из угла Азамата бить, наносить удары. Он слушает своих секундантов. Мощнейшие просто такие... Обрушивает он колотухи на своего оппонента. Опять в маунт выходит. Начинается добивание. Ну и снова 30 секунд не хватает Азамату Холматову, чтобы добить своего оппонента. Для Хусена еще один шанс. Гонят секунданты вперед своего бойца. Хусен занял выжидающую позицию, но пропускает он сейчас джеб, потом высекли ему ногу. Чуть не пролетело с хайкика, все видно, что, конечно, устал он. И вот такой вот бэкфист на усталости. Еще одна ошибка, снова он попадает в захват Азамата Холматова. Скорее всего, сейчас будет переведен в партер, да, так и есть, дорогие друзья. Еще один тейкдаун Азамата. Второй раунд очень уверенно он провел, забрал его полностью. Ну и раунд завершен. Да, Хусену Махмудову сейчас тут надо придумывать. Придумывать и что-то прямо резко менять в своей тактике на бой.
Пока что ничего он не может сделать с борьбой своего оппонента. А для уже такого хорошего ведения боя в стойке сил, конечно, маловато в третьем раунде у него. Тяжело приходится Махмудову Хусену, но к его чести он держится. И все еще есть у него шансы на победу также. Итак, Хусен Махмудов против Азамата Халматова. Третий раунд. Львиная битва на ваших экранах. Выжидает своего шанса Азамат. Атаковать-то, конечно, надо Хусену. Атаковать как можно больше, искать свое счастье, наверное, в обмене ударами. Шанс панчера постараться использовать. Но ни в коем случае не заставится. Время сейчас работает на Халматову. Это он очень хорошо понимает. Поэтому и сам события-то не форсирует. Проходит. Клинч получает коленом. Сразу пытался броситься Хусен в атаку, но уже сил не хватает. Тяжело дались ему первые два раунда. Дергает его Халматов. И проходит опять борцовский клинч. Подхватывает под ногу. Валит тейкдаун. Контролирует очень жестко коленом. Может сейчас спокойно опять в маунт вылезти. Да, занимает позицию маунта. Будет сейчас опять добивание. Отбивается Хусен. Азамат старается пробить его защиту. Но тоже уже видно, что подустал. Такой вот мощи, как во втором раунде, в его ударах пока не было. Непростой крайний поединок для обоих бойцов выдался. Сейчас, да, ну, должен был рисковать Махмудов. Рискнул, упустил свой шанс. Отдал спину сейчас. Оказался в партере. И снова добивание сверху. Еще и руку ему отключил сейчас Азамат. Положение, конечно, отчаянное для Хусена. Задача это продержаться 30 секунд. Но даст ли это что-нибудь? Молодец, он мужественно терпит, хотя уже, конечно, рука его одна полностью отключена. Халматов уверенно тащит бой к своей победе. Хусен сопротивляется. Пытается опять идти вперед, опять пропускает он проход в корпус. Снова валит его, снова маунт. Ну, Азамат Халматов, конечно, полнейшее доминирование демонстрирует в данном бою. Опять же, за счет борьбы. Ну и буквально уже последние секунды. Снова добивание. Пытался Хусен вырваться, но поединок завершен. Я думаю, можно спокойно поздравлять Азамата Халматова с победой. Очень уверенно он смотрелся в трех раундах. И в свой рекорд он заносит вторую победу. Ну а Махмудову Хусену не расстраиваться, восстанавливаться, делать выводы и возвращаться еще сильнее, более голодным до побед. Thank you.
нет побед без поражения. Слово тебе. Ассаламу алейкум. Ага, рахмат. Ага, сізге рахмат. Это не первый, не последний будет, и обязательно мы тебя ждем снова, покажешь еще мощные бои, давай тебе успехов, удачи, собирайся сил, подтягивай функционал, ждем тебя снова. Эйн кучли, эйн тескор, эйн тачрибали. Бугун, ким болушыны біласамны? Бэтвинер булан бірге, бірінчілерден болып, гаром түкші болды. У нас следующий бой весовой категории до 61 килограмм. Легчайший вес. В красный угол октагона приглашается боец, представляющий Узбекистан. Встречайте, Эркинбой Нуридина! Хаммага ассаламу алейкум. Меня зовут Нуридинов Эркинбой. Андижон виловит Асака Тумандан болама. В России 2019 yil ishlash maqsadida kelganman. Shu yoshlikdan sportga qiziqish bor. O'zimizda yoshlikdan qo'l jangi sport turi bilan shug'ullanib kelaman. Hozirda mana Sankt-Peterburg shahrida ham ishlab, ham trenovka qilyapman. Trenerim Muslim Jo'raboyev, Nazmiddin Hajayev shularni qo'l ostida trenovka qilaman. Men sherlar jangini ikkinchi turida urushib g'alaba qozondim. Grampling turga yo'llanmani qo'lga kiritdim. Xudo xohlasa, yaqinda grampling turniri bo'lib o'tadi. Inshaalloh sapernik berishdi. Sapernikka omad tilayman. Qo'llab-quvvatlanglar, hammalarga kattakon rahmat. Десятый бой сегодняшней программы, дорогие друзья, Эркинбой Нуридинов, 61 килограмм, 23 года, 170 сантиметров рост, Республика Узбекистан, город Осака, клуб «Капитан». Один бой, одна победа. Соперником Эркинбоя станет Жалалхон Миноваров. 19 лет этому парню. Также 61 килограмм вес, 173 сантиметра рост. Также он представляет Республику Узбекистан, город Наманган. Это бой в легчайшем весе.
Так, ну у нас желтая карточка сегодня. Первая, видимо, за несоответствие весовой категории на взвешивание. Что же, Алхон Миноваров, 19 лет, 7 боев, 7 побед у этого парня. Вот это вундеркинд, дорогие друзья. Проспект, проспект. Ну что ж, тем любопытнее будет наблюдать за этим поединком. Вряд ли Эркинбой Нуридинов хочет стать 8-м в этом послужном списке. Он и сам парень не промах. И поединок начинается. Эркинбой занимает центр октагона. Жлалхон наносит ему лоу-кик. Пытается обойти своего соперника, закружить его. Раздергивает, раздергивает, раздергивает. Пока без особо активных атак. Много активности сейчас призывает Олег Кучеренко. И вот с первой же активности так подхватил своего оппонента. Сейчас Эркинбой чуть не сбил его на пол. Помешала сетка. Стоял Миноваров. А вот и лоу-кик. Попытка сделать Ошуру. Сразу заруба в обмен ударами. Ударами опять идет Эркинбой, они точные. Лоу-кик. Клинч. Пытается ногу подхватить сейчас Нуридинов. В итоге валит на своего оппонента. Кажется, сверху. Растягивает он своего оппонента. Начинает добивание сверху, но напомню, что 30 секунд всего на борьбу в партере отведено. Неважно, будет ли идти болевое или добивание. Рефери будет вынужден поднять оппонентов. И как только есть 30 секунд, вот то же самое сейчас и происходит. Качают, качают так друг друга оппоненты. Кто первый рискнет ошибиться? Понимают они силу друг друга. Понимают, что боец против них стоит опасный. Каждый из них это понимает. Вот пошел вперед сейчас. Алхон пропустил такой удар в челюсть. И дал ему Эркинбой восстановиться. Развел так руки. Говорит, вот смотрите, что, мол, я могу. Элемент шоу дал. Не стал добивать. Вот и сейчас сам нарвался. Первый раунд завершен. Да. Эркинбой так жестко всадил сейчас этот удар. Очень любопытно, что будет дальше. Второй раунд нас ждет, дорогие друзья. Бой
Ркенбоя Нуриддинова и Жалалхона Миноварова, два бойца, два молодых бойца, представляющих Республику Узбекистан. Как раз вот те самые молодые, талантливые, задорные бойцы, которых ищет Рустам Рахмонов для своего проекта «Шерал Джанги. Львиная битва». Пройдя этот путь, кто-то из них может примерить пояс первого чемпиона организации, первый уникальный 3D-пояс, получить денежный приз солидный и развиваться дальше как профессиональный боец. Шанс уникальный, оба это понимают. Поэтому оба будут выкладываться изо всех сил. Центр у нас занимает опять Эркенбой. Вот сейчас подскользнулся немножко Миноваров. Начинает поджимать своего оппонента в угол. Пытался пробить удар. Снова подхватывает ногу, как в первом раунде. Наносит несколько ударов в голову. Еще заваливает таки своего оппонента. Тот резко пытается отбиться, но пропускает в боковое удержание. Там куча ударов просто наносит сейчас Эркенбой. Удары тяжелые. Он близок к победе. Жалалхон выживает. Все. Вылетело полотенце. И Эркенбой Нуриддинов одерживает вторую для себя победу. Наносит первое поражение Жалалхону Миноварову. Ломает его стрик буквально об колено. Ну что ж, не унывать, не унывать. 19 лет всего парню. Да, без поражений побед не бывает. Надо просто сделать выводы, подготовиться, вернуться еще более крутой версии самого себя. Ну а Эркенбой Нуриддинова заслуженной и красивой победой. Итак, дорогие друзья, в этом бою в связи с отказом секунданта продолжение боя победу одерживает боец из красного угла Эркенбой Нуриддинов, Узбекистан. Қуатлап тұрғанлығы, әмеге рахмат. Әуелім бар, ота онамда кешірім сұрайыма ота зор бұ сафары ұшамай қалды. Құда қаласы, кейін сафарғылар да ұстат бұлымыз. Қуатлап тұрған әмеге рахмат кәті. Сәперінік, әйқатты дастойны сәперінік болды. Құрсамман зор жән. Это был Жалалхонов Миноваров. Эркенбой. Ko'g'iz sizdan ham iliq gaplar. Avvalambor, hammaga assalomu alaykum. Shu yerga kelgan barcha sport ishqibozlari. Ya birinchi o'rin, men birinchi o'rinda Allohga rahmat aytmoqchiman, shu hammamizni shu kunga eson-omon, sog'-salomat yetkizib olib keldi. Mana biz mashidamiz. Shu organizatsiyaga, Rustam aka, sizlarga kattakon rahmat aytmoqchiman. Meni trenerim, starshi Najmiddin Xachayev, Muslim Jo'raboyev. Men sizlarga kattakon rahmat aytaman aka, sizlarning mehnatingizlar bilan. Bugun mana men g'alaba qozonib turibman. Ey, bugun akamni tug'ilgan kuni, o'zimni rodnoy akamni. Akam hozir translyatsiyada ko'rib turibdi aka. Bu g'alabamni sen uchun bag'ishlayman. Tug'ilgan kuning bilan aka, men seni yaxshi ko'raman. Hamisha baxtimga sog' bo'lib, shunday kunlarimda turolgan yonimda aka. Это был сильные слова. Эркенбой Нуриддинов, клуб «Капитан». Рахмат, сау бойлы. Красавчик. А, давай. Али, трасмо. Дуслы, демек, кейнги бойды күтіп қоламыз. Көзі өтірмейміз. Леген орада айтып өтішім керек. Бэтвинер
самый мощный букмекерский компания Крилля. Ставка Крилля Мунки. Хозер матч, прямой трансляция. Так что газер босили. Делайте ставки только в компании Bet Winner. Ставьте на вашего бойца и будет круто. Конечно. Красный угол октагона приглашается Абдумуталиев Гапаров. Салам алейкум, мага. Меня зовут Гапаров Абдумуталиев. Тоджикистон шахрдамман. Мана Россия шахрга ишлаш мақсадида келиб, мана бойларга чиқдик. Шерлар жангини гран-при турнирида 3-чи босқичида гран-приге йўлланма олдим. Соперникам Ўзбекистондан, Фарғонадан Хайрожон, унга ҳам омад тилайман. Худо ҳолоса яхши чиройли бой кўрсатамиз. Мана соперникимга ҳам омад тилайман. Ҳаммаси худо ҳолоса яхши чиройли бой кўрсатилади. Канимадам равот, олға. Ну и завершающий бой сегодняшнего вечера, дорогие друзья, снова в тяжелом весе. Первым у нас в октагон выходит Абдумуталиев Гапаров из Таджикистана, город Канибадан. Это снова тяжеловес, 26 лет, ему 170 сантиметров рост. Львиная битва подошла к своему финалу, и мы надеемся, что этот финал будет ярким. Крутой был сегодня турнир, много зрелищных, интересных боев. Как и задумывалось Рустамом Рахмоновым, множество талантов он открывает этим своим проектом. И я напомню, что даже еще есть небольшая возможность у вас присоединиться ко всем этим бойцам, которые выходят в октагон. Для этого нужно прислать заявку, все контакты в описании к данному видео. Приехать в Санкт-Петербург, клуб R3 Maximus Gym, там пройти кастинг. И, возможно, именно вы выйдете в октагон в следующем этапе. А возможно, именно вы станете чемпионом нашей организации, примерите уникальный 3D-пояс чемпионский, получите главный приз денежный. И ваша карьера будет развиваться как по нотам. Всегда нужно сделать первый шаг в каком-то большом деле. И этим первым шагом может стать ваше участие здесь, в Шерал Джанге, львиная битва. Салам алейкум, хаммага. Мана исмим Усмонжон Ғайрат. Фарғона вилоят Қосо шаҳар. Мирзалар қишлоғидаман. Москвага 2019-йил ишлаш мақсадида келганман. Ўтган ой Москвада бўлган Черлар жанги отборочный турнирида гран-приге йўлламани киргизиб, худо ҳолоса 21-чида бўладиган мусобақада қатнашяпмиз. Ҳаммага омад тилайман. Соперниги Абдумуталиев. Омад тилаймиз. Ну и соперником Абдумуталиева станет Усманжонов Гайраджон, боец из Узбекистана. Тяжелый вес, 27 лет ему, 180 сантиметров росту. Он из Ферганы, один бой, одна победа. Thank you.
Ну что ж, завершающий бой сегодняшней насыщенной программы. Тяжеловесы, международный бой. Все как надо. Абдумуталиб Гапаров против Гараджона Усманжонова. Боец готов. Судья. Время. Первый раунд. И поединок начинается. С мощного лоу-кика стартует Гараджон. Сразу же клинч. Кому удастся бросок? Удается он бойцу из красного угла, Гапарову Абдумуталибу. Усманжонов закрывает его в гарде. Но удары тяжелые проходят от Гапарова. Отжимает он голову оппонента. Что, идет болевая на ногу? Этого мы сегодня еще не видели. Пытается, но ахилл идет. 30 секунд закончены. Ну, интересно, да, 100 лет я не видел, чтобы болевым на ахилл выиграли. А точнее, уже, ну, лет 10-то точно. Скручивание пятки, да. А вот именно классический ахилл. Бой вернулся в стойку. Кружат по октагону наши тяжеловесы. Ух! Вертушку пытался сейчас Гапаров пробить. Идет вперед, получает мощнейший удар навстречу. От Гараджона встает. Ну так, заигрался немножко сейчас Гапаров. Вертушки эти крутил, а его встретили банальным прямым в челюсть. Без изысков, зато надежно. Что, будет его раздергать сейчас Усманжон? Он пошел вперед, Абдумуталиб. Атакует он яростно, но, к сожалению, не акцентированно, к сожалению, для него. Удары не доходят цели, а вот Гараджон все видит. Все видит, и каждый его удар несет прямо на себе вероятность тяжелого нокаута. Попытка хайкика. Входит он на ударную дистанцию. Клинч. Попытка удара коленом. Ну, сейчас закончится первый раунд у нас. Последние секунды истекают. Да. Время. Перерыв. Ну, спортсмены, не скажешь, сильно выдохлись. В отличие от предыдущей пары, тут они сейчас сильно-то не выкладывались. Больше была такая расчетливая битва, экономная. Возможно, они отдают себе отчет. Они видели, что случилось в предыдущем бою, когда один соперник просто встал. Банально там уже как бы все, организм отказался. Второй раунд сейчас начнется.
финального боя львиной битвы сегодняшней. Думталиб Гапаров против Гайраджона Усманжонова. Ух, подскальзывается Думталиб. Ну опять вот разлили воду, не убрали. Ну банальная, простая история. Но протри ты 5 секунд тряпкой, и твой же боец не получит травму. Это ж не сложно. Должно быть в интересах секунданта. Вообще для такой цели, конечно, ведра хорошо бы иметь, чтобы вот, если уж воду льешь, так над ведром, а не в октагон прям, где покрытие чуть что в каток превращается. Но, слава богу, без травм обошлось, и бой у нас возобновляется. Какими ударами сейчас Гапаров пытался ворваться, но получил ощутимую затрещину от Гайраджона. Пытается зарубиться все время представитель Таджикистана. Это прекрасно видит Усманжонов. И ставит на свои расчетливые точные удары. А вот партер таки Абдумуталиб затаскивает своего оппонента, но отдает шею. Идет контроль. И да. Но тут гильотина четкая, прям не подкопаешься. Жестко взял, растянул корпус, все, без вариантов. И победу празднует Гайраджон Усманжонов. Поздравляем его с этим. На чем у нас сегодня заканчивается этот этап львиной битвы. Впереди вас ждет еще очень много интересного. Подписывайтесь на канал Рустама Рахмонова. Впереди гран-при на вылет. Впереди чемпионские битвы, супербои, создание профессиональной лиги. Так что, дорогие друзья, вас ждет еще много всего интересного. Всего вам доброго. Будьте здоровы. Узбекистан! Абдумуталиб ага, келин бейби. Мощный бой көрсаттыз. Простырновка хамаганды, шынайын? Икки оғызды өзі фикіризді. Аулам маге салон. Короче. Короче. Не урнатты узыр, короче, кім? Ман кімді қарыш падбай қойған мұсам, енді бұл бой мамы көрейапты. Короче, моментта қойды алма отоғынамға салам айтама. Барчы яқынларға, кім маңы падешеға кім мұса, кім маңы арқымдан кеген мұса. Бәдденні яна, саламым шүкі. Таныш ламыр Өзбекистондан, Самарқан жақырдан, хам мазға салам, короче. Шу боша қапмы оқ. Саперні кем рахмат? Hamma chiqyapti bekka. Avvalo Rustam akaga ham rahmat. Va yana mana operatorlarga. Mana operatorlar. Abdulla aka qani Abdulla aka? Abdulla! Abdulla akaga katta rahmat. Abdulla aka va qarang. Qani u odam? Shu odamga katta rahmat. Va yaqinda mana hamma biladi. Короче, O'zbekistonda Azyatskiy medved dunyodan o'tdi. Joy jannatdan bo'lsin. Kech bo'lsa ham men o'z nomimda aytib qo'ydim. Men xudo xolasa normal mashq qilib, normal tinrovka qilib, men bu yutqizishlarimiz bola emas. Kto ne upadayet, tot ne vstayot. Shunday deydi ko'zimiz o'rislar. Короче, Asha Azyatskiy medved turniga qolaman men xudo xolasa. Bu yutqizganimiz bola emas. Men chiqqanim katta shu. Men uchun yutuq onasi nemsin. Ama zakon. Bo'laveradi bizga. Короче, Kanibadam Ravot. Ravot xalqimga katta salom. Rahmat hammaga. Omad, sizga ham rahmat, Borisga shukr. Gayrat, я тебя поздравляю с этой победой. Слушай, мне, честно, очень большое удивление увидеть удушающий прием от базового тайского боксера. Вот. Мне это будет очень интересно узнать, как это произошло, ну и ты расскажи, ну и также поделись своими эмоциями, передай привет. Я знаю, что ты приехал с Москвы, что ты проделал такой путь. Расскажи и поделись эмоциями. Шуфурсаттан фойдаланам отанамге, отарахмат айтмоқчиман.
Организатор Рустам Рахманов, Каттакон Ахмат. Мен энг биринчи 8 яшлигимдан катта кылган тренерим Атажанов Елдор акага катта рахмат демокчумун. Амаларыңга рахмат. Рахмат катта. Да, кстати, пользуясь случаем, да, Рустам, ты же знаешь, что у нас сегодня победил узбекский Халк? Вот, они в одной весовой категории. Как ты думаешь? Да, кстати, это было бы очень интересно как раз-таки. Махмадиев, Асрор, узнать, кто же из них лучше? Дебак, сейчас можно вот на эту сторону или нормально вот. Охорды özümni gaplarimni aytmoqchiman. Ma turnirdan to'g'risini aytsam, ko'nglim to'ldi. Shunaqa desam ham bo'ladi. Bu turnirni orqasida juda katta mehnat yotibdi, juda katta mehnat. Biz bir oylab ishladik shu turnirni shu bugun qilish uchun. Бурум барса билан жуда кўпчиликка йўқди. Мен ўйлайманки, биз сизларни хурдуғингизлар чиқара олдик. Шу билан бир қаторда бир неча спортчилар ўзининг кучини октагонда синашди. Бу шунчаки спорт, спортивный интерес. Шу нарсани айтиб қўймоқчиманки, бугун, шу бугун 100дан кўп одам шу турнир устида ишлади. Бунга охраналар, свет, октагон, ну, операторлар Хама-хамага рахмат дейма. Лекин, хозыр күнді, мана команда, Абдулло, Метаморфоза, Али, обязательно келим яхы. Ога, оператор, хама выпускларды ога монтаж кылады. Келинсо, ма сылага рахмат дейма оқчыма. Яна кадр ортада жүдә көп инсонлар бор. Нажимна ке, Нодра ке, жүдә көп. Хамага рахмат дейма. Мен ойлайманки бүгін турнир маңа жоқты, демек сізге ем жоққа. Адуши, құрсанмыз. Ең мұқымы бетвинер. Рахмат! Мы это сделали! Мотив! E'tiboringizga Sankt-Peterburg shahridagi R3 Maximus Gym yangi sport klub ochilganligini ma'lum qilmoqchimiz. Murabbiylik vazifasida esa juda ham ko'plab shogirdlarni katta sport maydonlariga olib chiqqan mashhur jangchi Maksim Kuldashev. Siz o'zingiz yoki farzandingiz bilan kelib ushbu sport klubida sizga qulay bo'lgan vaqtda shug'ullanishingiz mumkin. Bizning manzil Yelizarskaya metro bekati yaqinida joylashgan bo'lib, Prospekt Yelizarova 36 uy. Keling, shug'ullaning va unutmang. Спорт, соглик, гарова.